Модельер Мишель Обама отказалась помогать Меланье Трамп. Причина неоднозначное высказывание Дональда. Об этом Софи Теле заявила в своем твиттере, где отметила, для нее была большая честь одевать Мишель последние 8 лет. А с будущей первой леди она сотрудничать не будет. Мол, высказывание ее мужа полно расизма и ксенофобии. Также Теле призвала и коллег последовать ее примеру, а нуждается ли вообще новая первая леди в услугах модельера. Мы решили сравнить наряды Мишель и Мелании. Ну, можно сказать, Мелания Трамп выглядит ничуть не хуже. А что думаете вы?